Такой площадки, как эта, в городе не хватало. Это отметил для себя каждый, кто побывал на открытии. За строительством объекта внимательно следили жители микрорайона Ковалева. Именно здесь, на улице Суворова, между многоэтажными домами сегодня можно наблюдать современную конструкцию со всем необходимым для активных игр оснащением. Здесь большая площадка, здесь и футбол, и баскетбол. Здесь много чего разрисованного. Она большая. Девчонки, давай. На ней можно поместиться много людей. До открытия порта мы здесь уже играли в футбол, катались на роликах. Бабушка тоже участвует. Мы будем всегда ходить, близко живем. Однако не только жители микрорайона обрадовались такому подарку. Площадку облюбовали учащиеся ближайшей 25-й школы. В таких комфортных условиях заниматься одно удовольствие. Теперь ходить на уроки физкультуры они будут куда охотнее. Сейчас уже нормальное покрытие, мяч нет, чего нет. Сетка, ворота, да и баскетбольный поле есть. Согласно распоряжению президента о подготовке к тысячелетию Бреста, в городе планируется строительство новых социальных объектов. Появление такой, можно сказать, уникальной площадки с системой видеонаблюдения. Начало хорошее, начало многообещающее. Открывается площадка, которая, безусловно, будет являться одним из главных мест для проведения досуга детей и молодежи. Это взаимодействие органов государственной власти и частного бизнеса говорит о том, что сегодня город Брест достаточно динамично развивается, и не только бюджет, но и частный бизнес в лице общества с ограниченной ответственностью «Будовничий рай» достойный вклад вносит в развитие нашего прекрасного города Бреста. Объект притягивает молодежь с первых минут, что, впрочем, неудивительно. Результат работы эффектный. Снаружи и внутри объект выглядит современно и дорого. Вопрос цены, к слову, не озвучивался. Широкий жест – знак внимания и заботы о жителях города со стороны общества с ограниченной ответственностью «Будовничий рай». Дорого она обошлась, да. Поэтому это наши деньги, это подарок городу. Да и не нужно это, в общем-то. Я скажу больше. Достаточно дорого. Это не... Посмотрите, что здесь было, кто наблюдал. Посмотрите, какие здесь даже ограждающие конструкции, какие еще. Мы могли бы, конечно, была бы наша возможность побольше. Мы хотя бы привели в порядок то, что здесь было уже, ну, в таком занедбанном состоянии. Порядок здесь будет соблюдаться и в будущем. Контроль над объектом будет осуществляться коммунальными службами. Площадка в микрорайоне Ковалева обрела вторую жизнь. Хочется верить, что современная конструкция подвигнет горожан к активному времяпрепровождению и в дальнейшем не станет объектом варварских действий. Мы сегодня реально должны заниматься нашей молодежью, воспитанием наших детей. Ну и взрослые должны показать пример в этом отношении. Это должны бороться за здоровый образ жизни. Все. И если мы все сегодня поставим, как модно сейчас говорит, национальную идею во главе, что здоровье нации превыше всего, то мы добьемся успехов не только здесь, но и на всех других направлениях. София Бережная, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.